оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Предложение о введении карантина в школах на территории Кызыльского, Пихемского и Кайхемского районов, а также в детских садах на территории всей республики на 7 дней вносит Управление Роспотребнадзора республики. Превышение пороговых значений среди населения с 15 лет и старше отмечено в Кайхемском, в Пихемском и Кызыльском районах. По итогам оперативного ежедневного мониторинга за 6 дней по республике зарегистрировано около 3500 случаев ОРВИ и гриппа. Превышение эпидемиологического порога составило 130% среди совокупного населения на территориях 13 административных территориях республики. Эпидемиологический порог не превышен в Улукхемском, Аверском, Чаохольском, Эрзинском, Тоджинском районах. Госпитализировано 197 больных. В связи с интенсивным ростом заболеваемости по ОРВИ и гриппу, Управлением Роспотребнадзора рекомендовано усиление противоэпидемических мер. Медицинские работники в школах, детских садах, средних и высших учебных заведениях и организациях обязаны проводить строгий утренний фильтр с изоляцией людей с признаками заболевания. В МВД Тувы состоялось торжественное приведение к присяге сотрудников, впервые принятых на службу в органы внутренних дел. Мероприятие посвящено памяти старшего участкового уполномоченного полиции Чаяна Синдиола, погибшего от рук злоумышленника 3 октября прошлого года при исполнении служебных обязанностей. Вдова погибшего сотрудника полиции Беликмахи Мирековна стала почетным гостем. Желаю молодым правозащитникам сохранять стойкость духа, проявлять присущее им мужество и умение безотлагательно принимать правильное решение. В торжественной церемонии приняли участие министр ведомства, главный федеральный инспектор по республике и руководители подразделений МВД. Я выражаю твердую уверенность в том, что все, кто принял сегодня присягу, в скором времени станут квалифицированными специалистами, которые будут способны на высоком уровне обеспечивать безопасность и защищать права и свободы граждан. Сегодня ваша задача – это овладеть сложной и необходимой обществу профессией, требующей не только определенных знаний, но и гражданской зрелости, ответственности, уважения к правам человека. Очень хочу, чтобы вы всегда помнили, что сотрудник органов внутренних дел – это в первую очередь представитель нашего государства, символ закона и справедливости. На верность отчеству и закону присягнули 16 молодых сотрудников органов внутренних дел, которые выбрали для себя профессии защитника правопорядка. Каждый из них поклялся с честью исполнять свой служебный долг и быть достойным светлой памяти погибшего коллеги. Для меня это очень важный день, так как я, можно сказать, сегодня я вступил в ряды, ну, официально уже, в ряды правоохранительных органов и выбрал для себя этот нелегкий путь. И думаю, что у меня все получится. Напомним, что старший лейтенант полиции Чаян Синдиол погиб 3 октября при задержании преступника, который оказал вооруженное сопротивление, напав на него со спины. Ножевое ранение оказалось смертельным. Власти Тувы через фонд поддержки предпринимательства помогли открыть первые частные мастерские первым участникам губернаторского проекта по выделке шкур. Для этого фонд открыл кредит под 4,5% годовых на приобретение необходимого оборудования, а Тувинский политехнический техникум организовал на своей базе производство мини-комплексов по переработке шкур. На днях первые 3 комплекса станков были проданы желающим заниматься скорняжным ремеслом. Как сообщили в Минэкономике региона, где зародился и оформился данный проект, интерес к нему со стороны населения республики резко вырос после проведенного в январе мастер-класса по выделке шкур. На организованный министерством курс опытных специалистов-скорняков съехались более 170 человек со всех районов республики. Каждый из них получил сертификат о прохождении обучения. Аян Лапсан из села Чырыбажы Дзунхемчикского района практически сразу после мастер-класса подал заявку на приобретение оборудования. Оно состоит из 3 машин, позволяющих произвести качественную первичную обработку шкур. Это мездрильные и разбивочные станки, а также завершающий процесс выделки – откатной барабан. Проект, напомним, был разработан во исполнение послания главы Тувы Верховному Хуралу на 2019 год, где была поставлена задача создания микропредприятий по переработке сельхозсырья, включая шкуры. Его цель – создание условий для самозанятости селян и экономического развития поселений.
Команда из Анголы и Республики Таджикистана прибыли в Туву для участия в конкурсе «Саянский марш 2019. Армия-2019». Так называются состязания среди подразделений, предназначенные для действий в высокогорной местности. По русским традициям иностранных военнослужащих встретили с хлебом и солью, а также показали одну из главных достопримечательностей столицы Тувы-Кызыла – обелиск Центр Азии, расположенный на берегу Енисея. Конкурс «Саянский марш 2019» пройдет в период с 17 по 21 февраля и является единственной зимней дисциплиной армейских международных игр 2019. В конкурсе примут участие команды из Анголы, Таджикистана и России. Казахстан выступит в качестве наблюдателя. Россию в конкурсе представят военнослужащие бригады спецназа ЦВО, дислоцированные в Новосибирской области. Маршрут конкурса включает участки для выполнения 11 специальных задач. Командам предстоит преодолеть горные препятствия различных сложности, совершить марш-бросок на лыжах, спуск с помощью альпинистского снаряжения в составе подразделения, выполнить стрельбу из штатного оружия, поиск и транспортировку раненого, а также ряд других задач. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. Инспекторы ДПС на стационарном посту «Шевелик» пресекли попытку ввоза нелегальной алкогольной продукции. 15 февраля около 2 часов ночи во время несения службы на посту сотрудниками госавтоинспекции для проверки была остановлена машина марки «Toyota Wish». Транспортным средством управлял 27-летний житель города Кызыла. В ходе досмотра «Тойоты» в багажнике госавтоинспекторы обнаружили 4 5-литровые емкости со спиртосодержащей жидкостью. На требования полицейских мужчина не смог предоставить сопроводительные документы на перевозимый груз. В действии вышеуказанного гражданина усматриваются признаки преступления: производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет приглашают участвовать в археологической экспедиции в Тувинской долине Царей. Русское географическое общество объявляет о старте конкурса на участие в международной комплексной археологической географической экспедиции по изучению кургана Туннук в Туве. Стать частью экспедиционной команды могут юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Всего в полевом сезоне 2019 года смогут принять участие 270 добровольцев.
Техническое обеспечение работ организовывает экспедиционный центр Минобороны страны. Курган Тунук расположен в пойме рек Тунук и Уюк, близ поселка Чкаловка в Пихемском районе. Он является частью так называемой Долины Царей, где находится множество царских курганов скифского времени. По предварительным данным, захоронение кургана Тунук – самый крупный и самый ранний скифский памятник, примерно 9 век до нашей эры. Предположительно, курган стоит на вечной мерзлоте, так что существует вероятность обнаружить под его каменной насыпью сохранившуюся органику. Иными словами, у участников экспедиции есть возможность стать свидетелями интереснейших археологических открытий. Экспедиция пройдет в 4 смены. Для того, чтобы принять участие в одной из смен, необходимо заполнить заявку. Обращаем особое внимание, что из-за непростых погодных условий приоритет отдается молодым людям в хорошей физической форме. Соответствие группе здоровья 1-2, наличие спортивных разрядов, выполнение норм ГТО является преимуществом. Обязательное условие участия в экспедиции – противоэнцефалитная вакцинация, которую делают заранее, чтобы иммунитет возник до приезда добровольца в экспедицию. Заявки принимаются до 10 апреля 2019 года включительно. Французский препарат Эриспал, широко применяемый при лечении кашля, изъят из обращения как потенциально небезопасное средство. Такое решение принял Росздравнадзор, сообщив об этом в официальном письме. Теперь все аптеки и медицинские учреждения обязаны ввести полный запрет на продажу и использование препарата. Инициативу к запрету на использование лекарства проявила сама компания-производитель. Получив сведения о возможных негативных эффектах при его приеме, компания приняла решение отозвать свой препарат с рынка. До России продажи Эриспала были приостановлены во Франции и других европейских странах, где он продавался под маркой Пневморель. Речь идет об обеих лекарственных формах, в которых производится препарат. Из обращения изымается и сироп, и таблетки. Отметим, что в России препарат очень популярен. По данным DSM Group, в 2016 году суммарные аптечные продажи Эриспала составили около 2 миллиардов рублей. В 2017-м – 2 миллиарда рублей. В 2018-м – чуть меньше 2,5 миллиардов рублей. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду, местами порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью от минус 29 до минус 34, местами от минус 35 до минус 40. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 31 до минус 33, днем от минус 16 до минус 18 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.